Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задают. Человек пишет, что много врет, абсолютно всем, придумывает истории на ходу, додумывает их дальше, как сериал, это повторяется с детства. Он потерял из-за этого своего любимого человека. Можете подсказать, какие именно можно делать упражнения, чтобы вернуться в реальность и говорить правду? Я уже читал разные литературы, пишет человек, и находил способы борьбы, но постоянно срывался. Смотрите, как бы, какая здесь вообще вот ситуация, да? Как таковые именно вот методы борьбы, если мы говорим непосредственно про, ну, про борьбу, да? Как таковые методы борьбы, на мой взгляд, вам, ну, не будут помогать, потому что здесь нужно не бороться, а работать с первопричиной этой ситуации. Вот. А первопричина этой ситуации, она заключается в том, что первое, либо вы избегаете реальности, то есть, ну, вот вы, условно говоря, да, вы, там, например, реальности боитесь, вам она не нравится, вот, вы ее избегаете, ну, по разным причинам, в данном случае, не так важно, вот, что это за причины, да, как бы, то есть, важно, что вы реальности избегаете пока по некоторым, так скажем, аспектам. То есть реальность вас вот пугает. Это первое. То есть нужно смотреть, чем вас вот пугает реальность, да, нужно смотреть, чем она вам угрожает, да, то, что вы для себя в ней видите такого вот негативного, да, и соответственно, уже дальше, после этого, можно будет с этим работать. Вот, это первый момент, на который хочется обратить внимание. То есть это бегство от реальности. С детства у вас идет такая вот попытка уйти от реальности. Вот. Зачем она вас пугает? В данном случае пока не ясно, да, то есть, ну, нужно смотреть, вот, нужно исследовать этот момент. Но вот, факт того, что вас эта реальность пугает, да, ну, он налицо. Это первый аспект. И второй аспект, если мы говорим о вот причинах, так скажем, ну, вранья, да, то второй аспект заключается в том, что вы испытываете стыд. То есть причина, по которой человек врет, да, ну вообще вот глобально, почему люди врут. Один из таких важных моментов заключается в том, что люди испытывают сильный стыд. Вот. И вы, на мой взгляд, не исключение из этого. Вот вы, так же, как и все, кто испытывает стыд, все, кто врет, испытывает стыд. Вопрос заключается, на мой взгляд, очень важный, в том, чего вы стыдитесь, ну, то есть, вот, конкретно, например, в себе, чего вы стыдитесь. Вот.
после чего я отвечу, что я, скажем так, в себе, да, отказываюсь принимать, вот, и от чего я бегу себе. Вот. На эти вопросы вам нужно ответить себе, как мне кажется, потому что фантазии, да, вот если, ну, возникают фантазии, если они вот появляются, ну, фантазии, скажем так, вот, что в этом смысле фантазии, ну, у фантазии всегда есть основания какие-то. Вот, и здесь очень важно видеть, что это за фантазия, да, то с чем она связана. Вот, ну, на мой взгляд, зачастую здесь история про то, что я хочу быть вот лучше, чем как бы я есть, ну, чем я есть. Вот. То есть это вот такое, такая потребность у вас, скорее всего, имеет, ну, имеет место быть. Вот. И как результат, конечно же, вам очень сложно выстраивать отношения с людьми, да, ну, то есть сложно взаимодействовать с людьми. Вот, потому что, ну, вы вот, с собой не являетесь. Вот. То есть вы не можете быть собой. Но, возможно, что вы даже, ну, не знаете, как это быть вот с собой. Вот. То есть вы с собой, там, может быть, никогда и не были. Вот. Это не критично, вот. То есть, вот, ну, при условии, что только что вы не будете читать литературу, да, то есть вот, если вы не будете читать литературу, а если вы просто вот, ну, как бы, в этом смысле вот просто займётесь собой, да, займётесь своим здоровьем, вот, психологическим, и как бы разберетесь с тем, вот, что с вами происходит. Вот. То есть вранье — это не что-то такое, знаете, ну, критичное. Вот. Вранье — это абсолютно не критично, ну, не критично, не критично. Вот. А вранье как бы является, ну, средством защиты в данном случае. Вот. Только ошибка заключается в том, ну, ваша ошибка заключается в том, как мне видится, что вы в этом смысле воспринимаете, ну, ее, то есть вот свою ошибку, да, вы воспринимаете как что-то такое отдельно от вас. Вот.
То есть вы воспринимаете это как что-то такое, что ну, с вами, вот, ну, лично с вами, вот, не связано. То есть вы как бы разграничиваете себя и вот, ну, ошибку. И вранье, простите. А разграничивать не нужно, то есть вот это, а это то, чего вот, собственно, делать категорически я не рекомендовал бы, а вот, то есть я категорически не рекомендую вам отграничивать себя от ошибок, от вранья вашего. Вот, а посмотрите, что она вам дает. Вот. А при наличии зависимости можно, ну, ну, можно, да, конечно, вот, говорить о том, что зависимость у вас присутствует, да, можно говорить о том, что имеет место быть, ну, зависимость от вранья. Вот. При наличии зависимости здесь, конечно, просто такой, ну, ну, более, так скажем, длительный, более длительный период коррекции. То есть просто, ну, при наличии у вас зависимость, если вы вот привыкли, вы говорите, что, ну, делаете это с детства, значит, ну, значит, скорее всего, выбора у вас нет, вот, то есть, ну, как-то говорить о том, что вы именно, именно выбираете, врать вам или нет, ну, вот об этом говорить, на мой взгляд, здесь не приходится. И, естественно, это очень тяжело, то есть вы вот, в постоянном напряжении, напряжение находится. Вот вас я прекрасно понимаю то, что вот, вы, так скажем, чувствуете, вот, то, что вы ощущаете, прекрасно это понимаю. Вот. И, собственно, по этой причине вот как раз предлагаю вам говорить о психотерапии. Вот. Литература, она, ну, скорее всего, не окажет какого-то эффекта, да, да, ну просто потому что просто потому что он имеет свои ограничения в этом смысле. Вот. Такой ответ. В принципе и в целом я могу вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Конечно, в этом смысле вы молодец большая, что решили об этом заговорить, вот, вы большая молодец, что решили об этом высказаться, вот, вы большая молодец, что озвучили
ну, проблем. А вот, но вот, ситуация, она, к сожалению, такова, что сейчас вы делаете вот только первый шаг. Это именно вот первый шаг, который вы делаете. В такой момент, ну, в такой момент, вот, в такой момент, вот, в принципе, то, что хочется, хочется вам сказать. На этом все. Я желаю вам самого доброго. Я желаю вам самого лучшего. Обращайтесь за помощью. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать над собой работу.